Всем привет, мои друзья! Я рад видеть вас на своем канале. Записал для вас сегодня новую карту для фарма опыта. Я каждый день записываю новую карту и выкладываю ее на канале. Но прежде чем, друзья, я вам покажу эту карту, хочу напомнить, что я стал партнером компании Epic Games. Вы можете меня поддержать. Заходите к себе в магазин предметов. Внизу справа нажимаете «Поддержать автора» и здесь вводите код G. Нажимаете так вот G-UP. Нажимаете «Принять», и с этого момента за каждую потраченную вами 1000 V-баксов в магазине предметов мне будет компания Epic Games делать небольшое отчисление. Спасибо, друзья, всем, кто это сделал. Теперь же переходим к фарму опыта. Нажимаем вот здесь вот на «Поиск», нажимаем на строку поиска и вводим сюда код 62579417-0516, версия 68. Нажимаем Enter. Выбираем вот эту карту. Нажимаем здесь выбрать. Ставим обязательно частный режим игры и нажимаем играть. Так, мы появились на карте. Теперь прыгаем вот сюда вот вниз. Бежим к надписи вот сюда Hills. И отсюда строим парочку. Почти получилось. Парочку рамп наверх. Потом строим несколько полов, чтобы добраться до вот этого дерева. На этом дереве мы делаем с вами эмоцию, друзья. И нас переносят в локацию с таймером 600 секунд, это ровно 10 минут, для того, чтобы нам пройти дальше. Нам нужно будет здесь ввести секретный код из 3 цифр. Друзья, рекомендую взять сразу граплер и вот здесь вот пушку со взрывной жижей. Пока мы ждем этот таймер, я вам передаю приветик от Карасика Антона, который кореш моего лягушонка Степана. Карасик иногда помогает Степану, когда Степан совсем устает и больше не может фармить опыт. Приходит ему на смену вот этот карасик пучеглазый. Мы с Антоном и Степаном все вместе втроем подготовили для вас рубрику «Лучшие комментарии». Итак, внимание на экран. Первый комментарий вы видите у себя на экране из YouTube. Первый комментарий вы видите у себя на экране оставил его пользователь XiaO9976 на YouTube. Он пишет: «Спасибо тебе огромное. Благодаря твоему ролику я апнул 6 уровней, и сейчас у меня уже 166 уровень. Я очень рад за тебя, что ты апаешь уровни благодаря моим роликам, благодаря моему контенту, что мой контент полезен, приносит пользу и кому-то помогает. Спасибо большое за комментарий». Следующий комментарий вы видите у себя на экране. Это комментарий из ТикТока. Оставил этот комментарий Влад. Он комментирует: «Спасибо тебе большое. С твоей помощью поднял 187 левел. Желаю тебе удачи и развития канала». Спасибо большое тебе, Влад, за такие пожелания. Сегодня, кстати, мы преодолели в отметку 2000 подписчиков. Это очень круто. Это большой результат. На сегодняшний день у нас каналу всего 2 месяца. Месяца и 2 недели, поэтому я считаю, что это очень круто. Спасибо всем огромное за то, что оставляете комментарии, лайкаете, подписываетесь, за то, что репостите видео. Друзья, для того, чтобы попасть в эту рубрику, нужно всего-навсего написать комментарий от души, просто честно, открыто, как вот есть, и у вас будут все шансы попасть сюда. Что-то может быть необычное, может быть что-то теплое, нежное, может быть что-то наоборот, что вас возмущает. Это уже то, что лежит у вас на сердце. Итак, ладно, давайте подождем таймер. Так, друзья мои, таймер закончился. Вводим сюда секретный код. Первая цифра 3, вторая 3 и третья тоже 3. Код получается 333. Нажимаем справа «Подтвердить». Yes. И внизу нажимаем «Start FK XP». Погнали. АФК опыт пошел. Возьмем еще пару граплеров. Подходим вот сюда вот в уголочек, нажимаем кнопочку и сразу с помощью граплера залетаем вот сюда вот на крышу. К трубе. Здесь есть первая кнопочка. Нажали, смотрите, как активировался буст к опыту. Итак, первая кнопочка и уже больше 70 тысяч. Забегаем в домик, нажимаем вот здесь на корзине еще одну кнопочку и смотрим. Еще один буст активировали. Так, теперь, друзья, бежим уровень за уровнем просто. Бежим вот сюда вот на козыречек, прыгаем и вот здесь в уголочек подходим. Здесь еще одна кнопка Secret. Нажимаем и активируем очередной буст. Друзья, разворачиваемся назад, бежим опять вот в ту сторону. Мимо этого домика, мимо вот этого следующего домика, вот сюда. Так, запрыгиваем вот сюда внутрь.
Запрыгиваем вот сюда, за заборчик. И с обратной стороны этого здания три бочки, на которых еще одна кнопочка. Активировали. Теперь снова бежим в ту же сторону. Я буду перемещаться... Ага, не получилось. Хотел поперемещаться с помощью грапплера. Было бы быстрее чуть-чуть. Прыгаем вот сюда на трубу. И здесь есть секретная кнопочка. Активируем следующий буст к опыту. Так, друзья, подбегаем теперь вот сюда, к столбу, нажимаем здесь кнопочку, подбегаем к столику, нажимаем кнопочку, подбегаем вот сюда к уголочку, нажимаем здесь еще одну кнопочку и пробегаем вот сюда вот наверх и здесь нажимаем еще одну кнопочку, друзья. Перемещаемся в комнату Rift Boost плюс Rift, но мы здесь долго не будем задерживаться, друзья, потому что у нас есть дела поважнее. Мы выпрыгиваем из нее и снова бежим вот сюда. Курочка. Здесь берем нашу пушку со взрывной жижей и вот так вот делаем. Потом собираем вот эти монеточки. Облом. Здесь кнопки нет, друзья. Кнопки нет для того, чтобы менять монетки. Ее уже пофиксили. Ну и ничего. В общем, в итоге, в любом случае, 231 тысяча опыта с этой карты просто за какие-то там 12 минут. Это круто. Очень классный результат, ребят. Рекомендую эту карту пройти как можно быстрее, пока ее не пофиксили. Все, рекомендую вам быстренько-быстренько прям ее пройти. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на стриме. Пока.